У нас централизованного водоснабжения нет, скважины только в ЖК Полесье. У нас есть 4 общественных колодца. Мы из них воду брать не можем, потому что брали анализы, там кишечные колодцы. Понятно, палочки. Жуть какая-то. Этой проблеме в деревне Зайцево уже много лет. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков предложил несколько вариантов выхода из непростой ситуации. Это расширение действующего ВЗУ, прокладка сетей, а также реконструкция частных очистных сооружений. Но вопрос требует проработки с представителями администрации округа. Детскому саду номер 55 уже больше 50 лет. Двухэтажное здание 72-го года постройки и в реновации нуждалось давно. Черновые работы и переустройство кровли уже завершили. Штукатурка, шпаклевка, стяжки все сделаны, теплые полы на первом этаже сделаны. Плитка в санузлах сделана, вся сантехника, электрика. Сейчас идут работы по утеплению фасада. На этой неделе начнется монтаж дверей. Активно благоустраивается и уличная территория. По плану капремонт должен завершиться до конца октября. Меняется до неузнаваемости и детский сад номер 10 на Можайском шоссе. Ремонтные работы на финишной прямой. Качество высокое, хорошо все сделано, добротно, поэтому уверен, что люди это оценят и детям все понравится. Садик был построен еще в 75-м году. За 48 лет ремонт здесь не проводился ни разу. Подрядчику пришлось полностью обновить не только само здание, но и прилегающую к нему территорию. Олеся Лукина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».